Учись управлять своим домом. Жителей Камчатки приглашают стать слушателями нового курса проекта «Школа грамотного потребителя». Его основная цель – повысить грамотность жителей полуострова в сфере ЖКХ. В рамках работы данного проекта мы запускаем 58-ю группу курсов «Учись управлять своим домом». Обучение пройдет в июле месяце на базе молодежного центра на Дачной. Очень удобное место, отличная аудитория, и нашим жителям будет, я уверен, удобно там получать необходимые знания. Программа обучения состоит из 10 лекций, самых актуальных и важных лекций. Будут преподаватели, настоящие специалисты, профессионалы, которые ежедневно решают вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Такие специалисты, как представители фонда капитального ремонта, управляющих компаний, государственной жилищной инспекции и многих других. Жители смогут получить необходимые теоретические знания. Также получат ответы на все вопросы, которые у них возникают ежедневно их деятельности. Я уверен, что по окончанию курсов они смогут принимать участие в региональных, федеральных проектах, программах, таких как «Комфортная городская среда» и многие другие. Курс «Умею управлять своим домом» бесплатный. Участвовать могут все желающие. При том, что это также возможность получить новую профессию. Ведь большинство выпускников курса после окончания учебы так или иначе работают в сфере ЖКХ и добиваются успеха. Школа грамотного потребителя, в рамках которого проводятся лекции и встречи, проект партии «Единая Россия», задача которого – обучить людей основам самоуправления в сфере ЖКХ. Проект действует в России с 2013 года. Слушателями предыдущего 57-го курса «Умею управлять своим домом» на Камчатке стали 30 человек. Всего же знания о системе ЖКХ на полуострове получили около 3000 человек. Мы приглашаем всех жителей нашего города, нашего края на данные бесплатные курсы «Умею управлять своим домом». Это очень важно и очень актуально.